Привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня мы находимся на углу Греческая и Екатерининская в городе Одессе. Перед нами доходный дом купцов Маркокадата. Многие видели наш ролик с дачи этих купцов, которая на Французском бульваре находится. Итак, мы сейчас покажем дом. Дом некоторое время назад, пару лет назад, был отреставрирован. Ну, пускай 10 лет назад, скажем так, отреставрирован. И покажем сейчас, что происходит с ним. Так, очень обидно, что дома, которым по 200 лет, они стоят, и фасады у них крепкие, а дома, которые отреставрированы сейчас новыми материалами, просто рушатся. Итак, смотрим, что с домом на данный момент.
Друзья, вы знаете, самое страшное то, что это все происходит над тротуаром. То есть вот тут вот ходят люди, а вот тут вот падает карниза и фасад. Никто ничего не ограждает, и может быть беда. Очень приятно наблюдать вот рядом точно так же незаурядный домик, но он тоже является памятником архитектуры. Его начали реставрировать. Действительно сделали кровлю, оставили в тех же самых размерах. Сейчас полностью вот делается, только что человек снимал замеры, чтобы делать всю лепнину. То есть полностью восстановить его первоначальный вид. Я уверен, что действительно люди его восстановят. Молодцы. Те, кто могут это сделать, и те, кто хотят это сделать. Видите, нет никакой надстройки, нет никаких мансард, ничего. Рядом вот видите, какой красивый дом. Интересный балкон очень. Деревянный, красивый. При этом тут балкон вот целый. Резной. А тут его разрешили ОСБ. Reconnaissance de paternité.